Здравствуйте, дорогие мои телезрители и, конечно, мои подписчики на канале YouTube «Голова садовая». Вы в руках у меня видите очень необычные вещи. Да, это кормушки для птиц. Вы знаете, зима, она у нас очень жестокая. То снега очень много, то мороз очень сильный. И мы, конечно же, городских птиц подкармливаем. Даже бросив им горсть зерна, это уже спасение от того, что им так плохо, и что есть им не найти просто пищу под снегом. Но у нас птицы-то есть в саду. Вот хочу, прям попросить всех садоводов и огородников, вы когда уезжаете с дачи, не обрывайте, пожалуйста, всю рябину, всю боярку, все ранетки, но оставьте вы хоть сколько-нибудь. А еще было бы хорошо приезжать на дачу и там где-нибудь разгрести снег и положить им тех же мороженых ягод из морозилки. Они очень любят это, они живут именно этим. Понимаете, почему речь зашла о птицах в саду? Не только потому, что им плохо. Потом нам будет плохо. Когда наступит весна, и эти изголодавшиеся, несчастные, которые потом помогают нам все лето избавляться от всякой там блох, мух и так далее на наших участках, да, на наших плодовых деревьях, кустарниках и просто в земле. Они же просто молодцы помощники. Они такие голодные, что они сделают? А все очень просто. Как только начнут набухать почки на наших плодовых деревьях, на наших кустарниках, вылезут из земли первые тюльпаны, нарциссы, птицы, голодные до смерти, начнут выклевывать эти почки. Им некуда деваться, не осталось ранеточек на дереве, нету рябинки. Вы понимаете, о чем я говорю? И вот вы когда убираете капусту, да, ну, оставьте вы кочерышки от капусты, особенно если у вас нет заборов. Ну, прибегут зайцы, да не будут они глодать ваши плодовые. Они будут есть то, что вы им кочерышки оставили капустные. Ну, побалуйте хоть немножко природу, она вас отблагодарит потом. Конечно, есть птицы, которые у нас склевывают там всю иргу, всю жимолость, все клубники. С этими можно бороться просто, не нарушая никакого баланса в природе. Достаточно сетками укрыть или укрывным тонким, и тогда уже и ягоды можно сохранить. Но в этот период времени, сейчас, уже погода вот-вот потеплеет, сейчас им очень трудно. Пожалуйста, вот здесь кормушки разного вида, ну повесьте вы парочку хотя бы, ну насыпьте вы туда зерна. А для синичек вот эти трудяшки, они у нас же есть зимние, а есть еще летние синички. Кажется, что они не улетают, это неправда, они меняют друг друга. Но они очень любят сало. Ну возьмите полоски сала со шкуркой, обмотайте вокруг веточек. Ну яблонь, там груш, те, которые вам особенно дороги. Синичка, прилетев и поклевав это сало, она же потом будет клевать всех остальных ненужностей, которые на этой яблоне живут. Просто думайте об этом. Они наши младшие братья. И природа не просто так создала вот это звено, эту цепочку этих прелестных, поющих, щебетающих, да? Ну, кажется так, созданий, которые тоже радость для нашей души. И без них мы вряд ли бы справились. Ну, на этом пока все. Всего доброго и до свидания.